Нет, все три. Донни, встань на корму, сделай скриншот. Сейчас. А где третий? А, вон он. Пацаны. На 3 метров. Пацаны, вы что доебались до нас? Я понять не могу. Возможно, некоторым «Море воров» кажется скучной игрой. Они говорят, это бездумный фарм ради скинов. Но так говорят только те, кто фармит не то и не так. Эта история начинается с того, как мы пытались пофермить квесты. Бля, я не тут взял, вот дебил, бля. На сундук? На, ты на сундук взял? Да, сейчас 2 ключа еще возьму. Будет 2. Ты должен был взять другой квест, брат. Привет, олимпийский! Да охренеть, сука, стреляет. Подожди, стой, я сольный концерт даю. Это такое, бля. Им не нравится. Мне кажется, да, что они не заценили. Зрители расходятся, стреляют в меня. А, не-не-не, это мой преданный фанат, смотри. На. Смотрите, рука пытается спиздить сундук, смотрите. Она сейчас заберет его. Это, Пепси, я у тебя кое-что попрошу, видишь курочку? Ёбни, он нахуй. Ну, блядь, это был хедшот. Можно, пожалуйста, ликвидировать пушку? По нам мортира, да, снова начала херачить. А, не-не-не, это этот самый. Это башня. Ты сам ее можешь с пушки снять. Блядь, сука, я сейчас чуть было ебло, ядро не поймал. 2, 3, 4, 6. Донни там на камушек поднялся, перед ним скелет стоит, не знает, что делать. Блядь, сейчас он поебало получится, этот скелет. Я нашел. Да. Батьки тут нашли, блядь. Да пиздец, они заспавнились. Главное, чтобы не попал в бочку. Главное, чтобы я не попал в бочку, я чуть-чуть в вашу сторону поворачиваюсь и вижу, как 3 черепка всплывают. Бля, кто в меня выстрелил, дебилы? Потом мы начали фермить брик. Короче, самое главное, первая задача снесим. Мощно сносим, да. Блядь, бро. Похуй. Передний парус 0. Передний парус 0. Поднимаю. Я подним. Можно к ним? Ебать! Там шлюп! Круто. С другой стороны, ага. А обходим. Они готовы уже. Справа обходим. Потом шлюп пытался фермить нас, но быстро осознал всю тупость ситуации и свалил в горизонт. Пепси. Они направо уходят, Дон, по-моему. Да. Да, направо уходят. Потом мы опять фермили брик. Хуец. Готов вести обстрел. А вон, не смотри, бегают, зашевелились. Давайте. По пушкам, стреляйте. По пушкам, давай. Неплохо, уходим. Хорош. Ван, чини. Пошла бочка. Где? Вы кого-то убили там. Я к ним. А чё, где давай. Чинить, я чё-то не понял. Он его уже резнул, я его заново убил. Все, они готовы. А, не это. Ну, пацаны хотели... Смотри, что тут есть, смотри. Так, тебе нужен помощник на борт? Шлюп тем временем героически ради нас сражался с флотилией призраков. А к моменту нашего прибытия нам оставалось немного добить босса и собрать лут. Короче, я на пушке, простите. Я сейчас почему-то это пиздец. Это хорошо. Убил игрока в воде. Хорош. А потом, продав весь лут, который мы нафермили, мы нашли место, где можно нафермить новых друзей. Кстати, среди них уже были знакомые нам Брик и Шлюп, которые, видимо, рассказали легенды о том, насколько мы классные. Да, я и хочу. Там еще Шлюп. И мы так прошлись круто. Там тут, четвертый, там второй тут, Шлюп? Да, тут 4 корабля. Давай, лупи, чуваки. Бля, меня убило. Я понял.
гарпун. А то я могу попасть в него, бля. Я гарпунил. О, блядь, я игрока пригарпунил, нахрен режь. Он Так, парни, а вы чё доебались-то? Мне не нравится. Складывается такая ситуация, что мы как будто съебываем. Я говорю, доебались чё? Полтора часа. Ааа, блять. GG, guys, GG. У нас корабля нет, все. GG, guys, GG. Yeah, nice fight. Загрузки по, по километру. Зато я выполнил какое-то испытание. Два брига и шлюп, нет? Два брига и шлюп, да. И мы четвертые были, Галеон. Ну, бля, чуть-чуть не вывезли, чуть-чуть прям проебали. Побежит, и мы все попадем в бой, бля. Нихуя ничего не успеем, бля. Да вот и стопудово так и будет, бля. Нихуя, смотри, какую мы толпу собрали, зацени. Концерт. Подписчики, наверное. Rock'n'roll, guys, rock'n'roll, motherfucker. Кринжово. Все. И где ты? Я вот. Где? Вот а. Это где? Нет, не понял. Остановитесь, остановитесь. Давайте все одновременно да, ищем. Ну давайте. Давай. Раз, грин, остановись, блядь. Раз, два, три, поехали. А я... Еее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 ee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 
Это будет тяжелое путешествие. Квин. Чего? Это, стой. Не уходи. Я тебя там, вон. Больное ублюдок. И не жаль вам было вот сейчас? Да, у меня тоже Генин Сили сейчас прыгает. Иди ко мне сюда, слышь, Генин, иди сюда. Контент. Иди сюда, молодец. Потрясающе. Ага. Давай, good boy. Прыгни. Попор. Ну все, ты починился. Из пистолета или из снайперки шмальнуть в самую правую бочку, чтобы по цепной реакции в конце бабахнула бочка цитадели. В какую нахуй самую правую? А, понял, вижу. А ты прям подожди. Сейчас так подожди. Блять, ну подождал бы нас, урод. Не, подожди, ты же сказал взорвать. Он отпадает, смотри, да. Сзади. И я пошел! Всем пока, пацаны! Всем пока! Не, он не смог. Он что-то передумал, да? Вы корабль хотя бы на якорь поставили? Нет, он просто плавает. Да вы что, бля, пацаны? Вы отпустили корабль? Так он на якоре же был. На каком якоре? Нет. Вы что, нахуй, придай? Призрачный посланец, да? Идиот. Ладно, он сейчас вернется. Я верю, сейчас проголодается и вернется. Не, он распахивает, что-то тут нигде не видно. Не, троих еще надо, бля.
А, не, я их слышу где-то, они тут. Бля, они, по-моему, возле меня где-то. Бля, возле... бля, сука! Ах, бля, нахуй. Блять, пес нассал на этот самый, на нос корабля. Вы чё нахуй? Чё? Ну... Я, вот это, кстати, предпочтительнее на самом деле. Блять, сука, я испугался, идиот, убери эту хуйню отсюда, блядь. Если придумать, где. Да опять этот пес сыт, блять, на это самое, на нос корабля, заебал. И сидит, блядь, довольный. Я все, блядь. Слушай, смотрите, он танцует, ё-моё. Ну, все животные под музыку танцуют. Он на задних лапах танцует. Ну и че? Почему мы, блядь, как. Слышь, док, это реально похоже на твой собачий танец вот этот. Блять, один в один, давай, давай, давай посмотрим, кто стой, лучше, давай, это батл. Это батл, я его выигрываю. Я выиграл, мазафака. А вот вам еще один способ себя развлечь. Берешь лодочку и плаваешь только на ней. Да. А вот об этом я не подумал. Surprise, motherfucker! Пока я чилил на пароме и читал стандартный чат гусей в мой адрес, шлюп успел потонуть. И мне нужно было как можно быстрее попасть на форт проклятых, чтобы забрать Лутецкий. Блять, ну конечно же шторм, конечно же шторм. Ну и конечно же, они прибыли быстрее меня, а вокруг меня начали спавниться скелеты и прочая нечисть. Потрясающе. Обожаю эти моменты.
По итогу в какой-то момент меня чуть не потопили. Но закончилось все тем, что я банально потерял гусей. Нигде на горизонте их не было, я собрал лут и свалил его продавать. Откуда здесь, блять, нарисовался? В общем, в мои планы входило поссорить Брик и Галеона. Но тут нарисовался шлюп. И команда Брига и Галеона, собственно, подумали, что потопил Брик именно шлюп, а не я. Но мне это сыграло на руку. What do you mean, don't kill? You sunk our ship. What do you mean, why you sunk our ship? It's about to go boom. Saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through.